Всем привет! Хочу показать вам успокоительное средство растительного происхождения для собак и кошек. Кот Баюн называется. Он предназначен для коррекции нарушений поведения кошек и собак, таких как нарушение сексуального поведения, страх при транспортировке, страх перед выставками, чрезмерное беспокойство при ложной щенности, боязнь шума, агрессия по отношению к хозяину, страх расставания с хозяином, связанное с борьбой за доминирование или обусловленное страхом, мечение мочи в квартире, гиперактивность, беспричинный постоянный лай, навязчивое вылизывание и капрофагия. Препарат растительного происхождения выпускается в таблеточках, которые очень удобно давать животному. Они вот такие таблеточки. И их очень удобно даже небольшим котикам выбрасывать в пасть. Нашим котикам очень помогают в случае необходимости, мы его даем.